Всем привет, с вами как всегда Дезертир, это снова Assassin's Creed 4 Black Flag, и мы продолжаем нашу игру. Поехали. Следующая миссия. Посмотрим, что у нас за миссия вообще будет. Ой-ой-ой, вот это под фриз. Это с чего бы это? Давайте попробуем взять эту песенку. Опа. Так, гнали. Но все равно нам как бы в ту сторону, так что почему бы нет. Стоп, что такие жесткие подфризы прям? Прям реально жесткие. Не знаю, ладно. Попробуем, чтобы их не было. А, в принципе, наверх. Ветряная мельница. Даже есть по базе данных. Конечно же, нам нужно на самый верх, не так. А можно как-то запрыгнуть? А, и... Нельзя? Почему он здесь вверх не прыгает? Интересно. Ладно, давайте потихоньку забираемся на верхушку. И прыжок, хотел я сказать. Нифига у меня это не получилось. Вы это видели, да? Хотя нет, там есть другая возможность. Другая, точнее, есть возможность забраться. Хотя я бы вот прыгнул бы, например, на вертящееся колесо. Оно внушает недоверие. Ну, ладно, будем забираться по старинке. Миссия где-то наверху. Нет, тут в эту сторону. Мужская дружба. Почему мы не встретились в таверне? Я тут потому, что тут моя цель. Надраться в планы не входит. Мы можем провернуть дело вместе. Тебе нужен Лауренс Принц. А мне его пленник. Нам тоже нужен мудрец, Эдвард. Не стой у нас на пути. Победит сильнейший. Плантацию постоянно обходят патрули. Чтобы поднять тревогу, бьют в колокол. Видишь? Нужно сначала вывести его из строя. Стражи слишком много, так что полагаться на скрытность нельзя. Сделаем вот как. Я отвлеку их внимание. Тогда ты сможешь их убрать. Готов? Походу, я все-таки был прав. Тебя зовут не Джеймс, да? Когда как. Идем. Надо всегда верить себе. Всегда. Так, синхронизируемся. Я
Увидишь принца раньше, убей его. Получишь награду золотом. Уговор? Черт, друг. Ты женщина, но почему? Право, Эдвард. Какие могут быть объяснения? Я здесь по контракту, удивляться будешь потом. Алерт! Не успел. Поднял на себя тревогу всех абсолютно. Воу-воу-воу-воу! Это было прикольно. Вовремя. Но почему я не могу достать? You can't escape us! There! On him! Attack from both sides! О, это интересно, он его столкнул. Ну, в любом случае, мы это сделали по-своему. Тем способом, который умеем делать. Сена, конечно, поблизости нигде нету, поэтому придется спускаться. Что ж, убиваем первый колокол. Парнишего колокола. Hold mine. He's mine. Чувак, ты же уже звонил в колокол. Ты же не будешь делать это второй раз. Ведь правильно. Hey, where do you think you're going? Но. Кто следующий? Ты? Или ты? Видимо, ты. Почему для тебя время найдется? Достали. Это еще откуда? Ах ты ж мать. Думаешь, я до тебя не доберусь? Ты сильно ошибаешься. Stop him, Dave. Ага. Я так и подумал. Будем делать все это грязно. Не имеет значения как, но я все равно ненавижу этих ребят. Помнится, в третьей части похожие люди убили полностью нашего семью нашего героя. You
подтвердимся пока. Не получилось потише, получится погромче. Ну что ж, будем истинными пиратами. Парень, ты зря звонил в колокол. Ну, почему нельзя использовать? Вот, наконец-то можно. Отлично. А и ты мог причинить не столько проблем со своим большим топором. Хорошо, что ты меня не заметил. Так. Понимаю, что там кто-то. Есть. Правда. Ну вот, тревогу подняли 3 раза. Эй, ты! Не двигайся! Прошу, в меня стреляли. Помогите мне! Черт, Томпсон, здесь рано! Глубокое! Мне дурно! Ладно. Дурно! Руку, барышня! Храни вас Бог! Она... А где-то как пират, не, да? Ну да, какая кому разница, если она где-то как пират? Эй, Марло! Мистер Принц велел смотреть в оба. Какие-то головорезы тут ошиваются. Я всем скажу! Тише, Марлоу. И как там тебя? Как я считаю, битва на мечах сродни любовным утехам. Главное не действие, а слова. Досадно тебе должно быть. Язык у тебя подвешен не тем местом. Catch you! Ha!
Ты что-то говорил о том, что ты меня поймаешь? Хотя да. Мне интересен вот этот парнишка. I've got a clear shot. Правда? Clear shot on him. I think I can hit him. You get back here. I've got him in my sights. Я смотаюсь от вас, ребята. А не смотаюсь, так убью. Следующий. Don't lose sight of him. Будем вести войну, ребят, без проблем. Жалко, патронов не на всех хватит. Но на парочку вполне. Это не он. Зачем кружишь надо мной, как ворон? Полюбоваться страданием? Вы ведь и сами несли страдания, господин принц. Это кара, я полагаю. Глупые головорезы и ваша философия. Вы живете в мире, который не изменить. У меня другие мотивы, старик. Мне нужно лишь золото. И я был таким. Когда-то. Ну вот видишь, мы в чем-то похожи. Я здесь, Кенуэй. Я его нашла. Я тебя помню. Тамплиер из Гаваны. Я не тамплиер. Это была уловка. Мы пришли спасти тебя от работорговца. Спасти? Я служу господину принцу. Так знай, что он плохой хозяин. Он хотел продать тебя тамплиерам. Видно, никому нельзя верить. Неправда, я его уничтожил. Робертс! А, ну хотя да, пули мог бы заметить. Потому что я хочу подраться. Все. Увидимся за воротами. Круто, блин. Забирается на огромные высоты, но вдруг не может забраться на маленький камушек. О, мы с ней вместе в одном сене. Я промолчу. Коров. He's trying to give us the slip. Aye, intruder. I need some help here. Got a clear shot, mate. Ну да, здесь их что-то раз в пять так побольше. Got him sighted. Clear shot on him. I've got a shot. He's mine.
Вовремя прыгнул. Да, я бежим, 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 бежим. Тут у нас есть сильно большой выбор, куда это деваться. Ну, они зашли сюда. В любом случае не пойдут. С Джеймсом Кидом, значит, говорите. Я теперь точно не верю, что это Джеймс. Ну вот. Снова упустил его, так? Да. Этот Робертс хитер как дьявол, будь я проклят. Похоже, я упустил сегодня двоих. Что ж, и как тебя зовут, подруга? Мэри Рид, для мамы. И для моих друзей. Но смотри, никому ни слова. Не то сам станешь женщиной. Эу. То есть она сейчас специально клинок у наших держала? Вот такое вот нехитрое задание. Было весело, честно скажу. Усыпить дротиками яд берсерка на громилах. Да, на самом деле задание было бы поинтереснее, если бы я вот это все делал. Мне в целом оно понравилось. Я люблю, опять же, бегать. Поэтому это было отличное задание, на мое мнение. По моему мнению, точнее сказать. Всем спасибо за внимание. С вами был, как всегда, я, Дезертир. И это был Assassin's Creed. Ставьте лайки, кому понравилось. Оставляйте комментарии, что еще вы хотели увидеть на моем канале. Заходите в обсуждение, оставляйте вопросы. Всем спасибо, пока. И с вами был всегда я.